Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Noah в белом цвете 2018 года выпуска. На гибридной установке 60 кВт. На бензиновом двигателе объемом 1,8 литра, мощностью 99 лошадиных сил. АКПП, передний привод. Автомобиль на хорошей резине литых дисках, имеется спойлер, камера заднего вида, ветровики, повторители в зеркалах. Пробег автомобиля 96 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, комбинированная ткань кожи. Имеется 3 ряда сидений, 2 печки, мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, режим эко, мультируль, кнопка старт-стоп, автосвет, помощь предотвращения столкновения, контроль полосы, система ТРЦ, 2 электродвери, круиз-контроль, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 92, 100, 110, 104, 101, 101, 101, 94, 94, 115, 98. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.